Так, тут-то что делаем? Гуляем. Зашли в подъезд постоять, погреться. А что до дома не идем греться? Ну а почему? Это ж не запрещено законом зайти в подъезд. Мы ничего не ломали, мы не курили, мы ничего там не кидали, не мусорили. Ага. Вышла женщина, типа, говорит, мальчики, ну и девчата, типа... Мы проживаем. Ладно, я только подошел. Он там не был. А что такие радостные? Что, день рождения скоро? А что, ему плакать? Сегодня? Это замечательно. Ну так вы выслушаете меня или нет? Вышла женщина, типа, говорит, идите отсюда. Мы говорим, не, она спросила первая. Набирай зараз мне або мамусю. А почему я должен бабусю. Набирать мамусю або бабусю? Мне есть 15 лет, и я уже несу за себя ответственность. Шо не полную, но несу. Номер мамы диктуй мне. Но вы учите закон, потом я смеетесь. Я говорю, номер мамы диктуй мне зараз. Не буду я ничего диктовать. Что значит не буду? А почему я должен? Покажите мне статью, по какой вам обязан. Кислотник, закрой рот и сопли вытери зараз. Но это фиксируется. Хорошо, что фиксируется. Хорошо. Сейчас фиксирую два раза. Давай. Фиксатор. Номер мамы. Не буду я вам ничего говорить. Во-первых, вы только что угрожали это при куче людей. Я себе ничего не сказала. Вы хоть закон знаете, как вас в полицию взяли? Если вы стоите, ребенку угрожаете. Ребенку угрожаете? Да, ребенку угрожаете. А чего ребенок в 15 лет ходит по улице? А что, мне дома сидеть? Я не могу общаться с друзьями и гулять. Вы смешной. Идемте к Самире, наверное, в родил поедем, будем выяснять, кто да, вы, что вы. Да, ты точно, они постоянно тут кто ходят. Постоянно тут. Можно первый меня? Раз вас я видим. Зараз вдвох до меня в автомобиль и едем в райвидел. Можно, пожалуйста? Нет, давайте вызывайте второй патруль или, не знаю, кого-то выше так по званию. Я уже вызвала. Кого вызывали? Ну хорошо, мы я с вами сейчас не называю. Не, ну смотрите, поедем, человек только выяснять. Что нахамил. Сказал, что я тебе сейчас дам. Это никто как называется?